Пойду к Альбинке схожу. Покажу вам. Это вот мои дрова. Работает. Труженик. Работает. А? Я говорю, работает. Снимаю тебя. А что ты меня снимаешь? Я грязная, как чушка. Не, красивая. Где там красивая? Конечно, красивая. Смотри, какая. Женщина деревни. Вот. Это точно. Красивая женщина. Смотрите, как она дрова. Тут целую. У нее было ого-го сколько. А ты куда их возишь-то? Сажай куда. Ты же говоришь, у тебя там места нет. Ну вот сейчас вот забью это и все. А потом придется вот сюда возить их, складывать. А. Хочется мне сухие закладывать. Вот в чем вопрос. Понятно, что. Ну то заложишь. Бежит. Ну, что делать-то? Вольтик. Вольт. Носится. Песик. Вольт. Я тебя снимаю, скажи гав. Вольт. Он устал. Язык, видишь, выпилил. Бегает, как этот самый. Так, конечно, за тобой бегает. Как воздух не свой. М? Я говорю, этот воздух не свой. Еще вон сколько. Отдохни 5 минут. Сейчас. Это... Я хотела... Сначала одну телегу, как раз она у меня в сарае влезет, и все. Смотрю, люди берут все по 2-3. Ой, смотри, мне на вторую. Не, давай на вторую. А сама вот куда вот буду ложить?